Добрый день, уважаемые зрители, приветствуем вас на матче 11-го тура Паримач Высшей Лиги Конференции Запад. Сегодня между собой встречается Саратовская Волга против Дубля Газпрома Югры. Сразу саратовцы начали с хорошей атаки, попытался Афган Рахманов отправить мяч в сетку, но, к сожалению, неудачно. И вот Югра, более молодая команда, все ребята хотят пробиться в первый коллектив. И вот отличная атака, гол уходит от влево, и удар точно в дальний угол, 1-0. Прошло 25 секунд, и гости выходят вперед. Передает всей команде, тут с небольшой хитростью Афган помог сейчас Болотину, ай да как прошел! Неточная передача от Сырцова, Шамис и Шакиев открываются, просят пас, он один, и что, пенальти. Посмотрим, что из этого получится. Шакиев разложил левый мяч по разным углам. До 1-2. В целом, в конференции Запад сейчас лидирует Никита Кузнецов. Сказать, а тут ответили Газпром Югре на их попытки атаки Никита в ситуации в итоге потерял мяч. А вот передача Болотин. Все идет! Никита Горбунов! Кобаль! Оказался штрафной в нужное время, в нужном месте, конечно же, для Газпрома Югры где-то добавить, усилиться. Например, вот так сейчас Шибаршин. И капитан команды будет пробивать, и забивает он со скоком от Ярослава Плева. Мягче себе знать, этим воспользуются все естественные югорчане и сравняли, пока есть возможности, чтобы потом быстро попытаться навязать борьбу. Ну а делают это Газпром Югра, ну красиво. Который выключается из игры на несколько секунд. Литовский перекошет, и все-таки гол. И аккуратненько закатил мяч в сетку. Все зоны перекрыты. Вот единственный Докучаев. Хорошо открыт. Передача! 4-5. Вышибашин молодец. 4-5. Очень два быстрых Юрки, Шакиев и Шамис. Очень тяжело против Шакиева. 10-й мяч Кирилла и Дубль в сегодняшней встрече. Только дайте ему мяч, и он забьет. Вот и момент. Сырцов. Вот гол! И Павлица, по-моему, переправил как раз на дальнем углу. Мяч вдруг не отскочит. На всякий случай его там подкорректировал. Данную секунду будет удар для обеих команд. Литовский. Выбегает удар и прям в девятку. Извините, но тут без шансов. Включаются гости в игру. 6-6. И остается мяч в игре. Покучаев! Что он творит? Это просто великолепно! Хет-трик сегодня, Кирилл! Кстати, между прочим, у этих коллективов в общем передача. Ищет, и вот уже все-таки заталкивает мяч Чернявский, капитан команды. До 45 секунд до конца, там, до ума и забили 7-й мяч, счет на табло сравнялся. И, возможно, эта встреча сегодня устроила перформанс. Гол Болотина мы не забываем. И, конечно, действия капитана команды.